Привет всем! Вот такую красоту показываю. Хочу похвастаться своим зятем. Это зять мой выращивает вот такие помидоры. Вот здесь желтые, красивые, красные. В общем, муж был на дне рождения внука, и я ему дала задание ничего не привозить, только помидоры. Вот он и привез. Значит, теперь я их рассортировала. Это самые мягкие будем кушать. Эти еще могут полежать. Вот это у меня идет. Это на аджику. И пару банок вот засолю, чтобы были не консервированные, а засоленные. Там зелень у меня, поголовки чеснока. Вот. И вот по такой, по поясочек соли на каждую банку. И будем ждать, когда съедим все эти помидоры, как раз солененькие подоспеют. Значит, аджику я не варю. Так называемую аджику. Ну, все так называют. Я не варю с давних времен. Лет 30 рецепт как прочитала где-то в журнале. Правда, я потеряла его, поэтому на глаз делаю. Помидоры беру. Вот. Теперь вот тоже перцы. Привез от них тоже. Это они вырастили. Они мясистые такие. Помидоры не очень здесь розовые, красных немного, желтые. И аджика, чтобы была красивая, красная, вот будет перец красный. Желтый перец, вот огромный, будем кушать, не буду добавлять в аджику. Значит, идут помидоры, красный перец, горький перец 4-5 стручка. Вот, и чесночок я натираю. Ой, натираю, что я говорю? Чищу. И где-то вот такая мысочка вот с горкой будет чеснока. Ну, в общем, я не могу сказать, сколько грамм, я никогда не взвешиваю. И соли ложу. Прилично, чтобы так соль очень хорошо чувствовалась. И в холодильнике я храню. До следующего урожая она не пропадает. Это как приправа, поэтому она должна быть и острая. Ее ложками не кушать. И острая, и соль чувствовалась. И, в общем, ароматная. И, значит, все перекручиваю на мясорубку. По банкам раскладываю. Не варю, не нагреваю, ничего. И в холодильник. Я этой аджикой люблю еще мариновать курятину перед тем, как гриль ставить. Или целую курицу, или кусочками, когда курицу делаю. Вот, постоянно использую. Курица очень любит чеснок. И, в общем, этой аджикой я мариную. Ну, и мариную всякие мяса, какие я делаю, буженины тоже добавляю. Ну, во все идет, что надо мариновать, вот это аджика. И в борщ, конечно же. И она в сыром виде, все витамины сохраняются. И идет как приправа, когда садимся кушать. По чуть-чуть. Вот такой урожай у нашего зятя. Он выращивает сам рассаду. Это у него хобби такое из года в год. Хотя он в Киеве живет, а в селе родители живут. И вот там на огороде у них своя часть огорода. И там они выращивают овощи. И вот помидоры в частности. Значит, они их подвязывают, они очень высокие.
выше человеческого роста вырастают. И вот вы видите, какие огромные прямо желтые помидоры особенно. Я больше всего их оставила кушать. Каротина в них богата. Если желтые, значит каротин. И они сладкие. Вот, самые вкусные. Ну и розовые хорошие, и красные они все неплохие. Вот. Но желтые мне больше, и они как бы не желтые, даже помаранчевые, вот такие оранжевые. Вот. Камера чуть-чуть не передает цвета. Но они еще здесь не совсем поспевшие. Вот. Ну, когда буду делать аджику, может, еще я включусь.